в жизни всегда есть место подвигу. Потому что что-нибудь происходит, кто-нибудь заболевает, да, что-нибудь происходит на работе, что-нибудь происходит в отношениях там, и так далее. Мир живой, текучий, и на нашу долю выпадают разные горести. На кого-то, у кого-то больше, у кого-то меньше. Мир, к сожалению, насколько бы мы ни были к нему даже готовы к любым неприятностям, к сожалению, он способен сюрпризы преподносить в самых неприятных, неожиданных местах. И вот это утверждение собственного счастья, мне кажется, я все вопреки буду счастлив по собственному желанию, несмотря на все происходящее.